Здравствуйте, мои дорогие зрители. Надо разбить этот арбуз своим собственным телом. У нас тут три так называемых гуравия-модели. Термин этот эволюционировал от рота гравюрной печати, то есть это девушки-модели для журналов, газет, открыток. У нас бы это, наверное, назвали около порно-блогером. Но в Японии это прям целая должность, это такая работа. Быть гравюр-гуравия-моделью. Девушки обсуждают, что сначала надо попробовать разбить арбуз грудью. Но бьется ли арбуз арбузами? Каламбур. Сразу вам скажу, дорогие друзья, что разбить арбуз у них получится в итоге. Делайте ставки, у кого из них конкретно. Первая выступает белая Кио-чан. Раскручивается она долго, возможно, раздумывая, чем она вообще занимается, что она делает со своей жизнью. Был субтитр внизу, там написано, что, дескать, у нее слабый вестибулярный аппарат. Идет поиски арбуза, возможно, работает слабая гравитация, притяжение арбузов к друг другу. Найдена будет попытка раскола. Я сам в шоке, дорогие зрители. Японские шоу, это, ну, да. Я сам уже это... Ага. Крайне весело. Ржака поистине вселенских масштабов. Кия-чан пока отдыхает. Следующий выходит голубая Кон-Кон. Она несколько поменьше размерами. Меньше объема, меньше веса в ней. Вот Кон-Кон кричит: мне страшно, мне страшно. Но зато в ней больше острых выступающих частей. Если с ней постучаться костями, то должен быть такой трескающий шум, как у скелета. Ну, по прессу видно, девушка, конечно, рельефная, спортивная, мускулярного типа, почти Шварценеггер, только японо-женский, так называемый феминатор. Все, арбуз найден, начинается экшен! Слабо верится, конечно, что у них получится. Субтитры внизу, да это же невозможно! Голубая отдохнет, выходит синяя, самая дерзкая Аояма. Закручивается она подаль. Вероятно, чтобы уделить себе как можно больше эфирного времени. Девушка, видно, амбициозная. А, я не понимаю, куда ползти. Типа она не слышит, где находится ее напарница. Не, ну более-менее наводят они ее на арбуз. Постепенно. Ух, синяя Аояма даже перевешивается прям вот настолько. Ну, актриса. Сейчас будет удар. Сейчас будет тихоокеанский разлом. Ребят, этот фрагмент без стикера в моем телеграм, ссылка в описании. Бать на подписку! На YouTube я такое не хочу заливать. Да, кринжанул, да. Дорогие зрители, есть еще твистер с этими девушками. На скользком геле? С какими такими моделями? Японскими! Здесь уже ничего стикерами не закрыто, имейте в виду. При детях включать не надо. Но смотреть интересно. Видео на моем Рутьюб канале, дорогие друзья. Ссылка внизу в описании. Переходите, посмотрите. Спасибо. Следующий вновь выходит Кио-чан, но правила несколько меняются. Груди попробовали. Теперь нужно сесть на арбуз и расколоть его. Ну, соответственно, пятой точкой. Синяя продолжает перетягивать все внимание на себя и в целом выпендриваться. Да, дорогие зрители, девушки, конечно, тут как на подбор. Тут ничего не скажешь, но само мероприятие и сюжет, конечно, испанская стыдоба. Красный субтитр. Ну, это все. Не разбито. Итак, голубая Кон-Кон, возможно, более костлявое оружие будет более пробивным. Удар, правда, будет болючий. Но таковы японские челленджи. Не щадят себя там ни мужчины, ни женщины. Работают. Вот насчет данной миниатюры слышал афоризм, что, дескать, пьяная баба, ну, такая себе хозяйка. Прошу прощения за грубость и хамство, но вот такой вот афоризм. Пошел присед, атака! Еще раз говорят. И финалка вышибает ее в другую вселенную. Синя спрашивает, что тебе, больно, да? Какая хамка, а? Посмотрим, как она расколет арбуз. А то что-то крутится, так она дольше, чем арбуз раскалывает. Годзилла приступает к мегамиссии. Ё-моё, вот это ракурс сейчас был, вы видели? Тяжело. Белая Кия-чан спрашивает, бабуля, ты в порядке? Давай, давай, так ее.
Ну, руки у нее длиннющие. Баскетболистки. Итак, удар со всем вниманием. Еще раз. Белая Киачан аплодирует и говорит: вот я слишком легкая, чтобы его расколоть. Не хватает веса. Может, тебе хватит? Ладно, давай уж я попробую тогда, говорит Киачан. Раз ты все. Но в прошлый раз она со своего удара чуть там в обморок не упала. Но, видимо, сейчас в ней появилась побольше уверенности. Ух ты! Киачан! Все в кровище! Девушки там смотрели, испачкалась она от арбуза или нет. Все-таки красным на белом. Но обошлось! Киачан побеждает в испытании! Арбуз расколот! Дорогие зрители, спасибо большое, что досмотрели до конца! Желаю вам здоровья, добра, любви, процветания и, конечно же, денежных средств! Спасибо за внимание! До свидания!